С небольшой задержечкой мы получаем письма и с ленточками. Я думаю, что опознают свои ленточки. Я постараюсь повыше, чтобы желание поскорее сбылось. Повяжем. Оп, там еще письма к нам приходили. Вложим и записочки. И вот еще ленточка к нам пришла тоже. Вот еще. Вот тут повяжем. Еще одно должно быть письмо у нас. Длинная ленточка, наверное, желание было очень большое. Самое-самое потайное желанное. Для крепкости, чтобы не сдуло. Так. Ну и, конечно, очередные письма, ваши записочки. Сенечки будут отправляться. Сенечка уж постарается все передать. Вот здесь только ленточка, крыточка. Оп, и уходит. А, крыточку тогда не будем, а записочка отправляется. Спасибо, всего доброго. Руки стынут. Сеньке хорошо. Пишите своим любимым, они ждут.